Пиздец, поверить не могу. Хотелось бы немножечко дать комментариев по поводу калибрата RetriCount. Вот у меня есть такой интересный пациент. У него на момент, скажем так, осмотра значение было 6851. МХДД показывал тест ОК. И, собственно, у меня все свободное время, скажем так, мучил один вопрос. Что же это такое и как это убрать, на что это влияет? Первое, на что это значение влияет, это на скорость загрузки системы. То есть, когда появляется значение калибрат RetriCount и оно растет, то Windows может не загружаться, Windows может замирать и так далее. Значит, как это значение я превратил почти в ноль? После нескольких затирок Викторией в 2-3 этапа это значение свелось к единице, ну, можно сказать, почти к нулю. Опять МХДД и Виктория показывала 100%, но при этом установленный сюда Windows чаще всего не загружался. И даже сброшенные сюда видеофайлы могли не воспроизводиться, при этом значение сохранилось в районе единицы. Опять МХДД и Виктория показывает 100% результат. То есть он исправен, но при этом он не рабочий. Вот такая короткая ситуация и комментарий по поводу калибрата RetriCount. Да пошло все нахуй! Отсюда.